Министерство образования планирует выделить сотню грантов для молодых ученых в этом году. Самые перспективные, нетрудно догадаться, считаю сферу технологий. Не случайно. Белорусские программисты успешны и востребованы в топовых IT-компаниях. Наша съемочная группа пообщалась с теми, кто мечтает о больших достижениях и в свои 10 лет собирает и программирует роботов. Некоторым из юных инженеров еще нет и 10, но за одно занятие в школе робототехники они успевают собрать и запрограммировать робота. Никакой фантастики и даже высшего технического образования. Сегодня из пары десятков деталей ученики собирают рисовальщиком. В амбициозных мечтах видят мир, в котором роботы упрощают жизнь людям. Робототехника – это будущая жизнь. Сейчас скоро должен быть прогресс, там, где все будут за нас делать роботы. Ну, почти все там. Мы будем просто ими управлять. Сейчас они используются в достаточно тяжелых работах под водой, там, в шахте, при добыче там, нефти, ну и остальных природных ресурсов. Я пришел в школу робототехники, потому что на данный момент похожих языков программирования почти нигде не встречается. А мне хочется разрабатывать новые проекты. Если Беларусь уже успела прославиться как страна программистов, то скоро наверняка сможет гордиться и своими робототехниками. Через несколько месяцев откроется центр, где ребята будут готовиться к серьезным соревнованиям. В классе видим только мальчиков, но преподаватели уверяют, что на занятиях появляются и девочки. Причем учатся с огромным интересом. Всего в стране несколько тысяч учеников. Приходят разные дети, начиная с дошкольников, и с первых ходят в классе. Все заинтересованные, кто очень любит конструировать. Они очень любознательны по своей природе и познают все на практике. Наша программа построена таким образом, что именно практически они изучают физику, математику, программирование. То есть им обучение доставляет огромный интерес, и таким образом они обучаются робототехнике. Из деталей конструктора и датчиков собирается робот, а скучные школьные предметы получают реальное применение. Преподаватели горят еще и идеей заразить профессию инженера. Направление востребованное повсеместно и как минимум лет на 50. Ребята учатся, не просто учатся программированию робототехники, а получают крайнее профориентирование. Благодаря колоссальной поддержке Министерства образования школа робототехники получила толчок и поддержку. Робот готов. Миша и Максим хвастаются результатом. Крутишь колесики, из линии на экране складывается логотип телеканала ОНТ. В гостях у юных робототехников побывали Юлия Андреева, Яна Лазовик, Андрей Мушавец. Наше утро.